Здравствуйте, друзья! С вами Павел. Вот я решил сегодня сделать видео, как из Raspberry Pi сделать веб-сервер и установить туда еще базу данных MySQL и PHP MyAdmin для управления MySQL. Так, ну давайте зайдем для начала на нашу Raspberry Pi. Так, я ее только что установил, новую операционную систему, чтобы, так сказать, показать с нуля. Так, заходим в привилегированный режим. Вот, для начала нам нужно установить Apache. Значит, пишем. Писали. А вообще давайте, наверное, прекратим. Значит, первым делом обновим операционную систему. Так, после этого, как обновили, установим обновление. Вот такой командой. Это займет какое-то время, я пропущу. Так, ну что ж, друзья, прошло уже около 10 минут, наконец у нас все обновилось. Теперь вот давайте уже установим Apache. Пошла установочка. Так, ну что ж, Apache установился, я пропустил процесс установки, так как он особо нудный, ничего интересного нету. Теперь нам нужно установить... А, нет, подождите, прежде чем установить, давайте проверим, работает ли у нас Apache. То есть зайдем на адрес нашей Raspberry Pi на веб-морду. Вот, и видите, вот он пишет Apache Debian Default Page. То есть это эту страничку показывает, если у нас Apache работает. Вот, все, Apache у нас заработал, все замечательно. Теперь устанавливаем PHP 5 версии и модуль Apache для поддержки PHP. Так. Так, пошел процесс установки, я его тоже, наверное, пропущу. Так, ну что ж, установка закончилась, ошибок никаких не выдала. Вот, все замечательно у нас работает. Ну что ж, теперь давайте приступим к установке MySQL. Вот, и PHP админа. Так, ну первым делом давайте установим MySQL. Вот тут просто так настройка не пройдет, точнее установка, он будет задавать некие вопросы во время установки. Так что давайте я на них буду конкретно акцентировать внимание. Так, ну вот первое. У нас спрашивает, какой мы зададим пароль для рута. Ну давайте, от 1 до 9 зададим пароль. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Окей, повторим. Окей, все, пошла дальше у нас установочка. Так, ну что ж, MySQL установился, все хорошо, без ошибок. Вот, до этого я установить его не мог, он долго парился, почему я не могу установить. Он ошибся, ругался у меня на один файл, вот, что он не мог его копировать. Вот, как оказалось, я пользовался версией Raspbian образом, мартовским. Вот, после того как я скачал свежий сегодняшний, установил, вот у меня без ошибок начал MySQL устанавливаться. Так что имейте в виду, если у вас какая-то ошибка выскочила при установке MySQL, обновите до актуальной версии Raspbian, то есть желательно образ именно, так как апгрейд не помогает. Вот, ну что ж,
Ну что ж, давайте приступим к установке PHP админа. Так, пошла у нас установочка. Так, первое, что он у нас спрашивает, это с чем мы будем работать. Мы будем работать с Apache. Нажимаем ОК, пошла дальше установочка. Так, следующее, что у нас спрашивает, это будем ли мы конфигурировать нашу базу данных для PHP MyAdmin. Нажимаем Yes. Он спрашивает, какой пароль у вас для MySQL сервера админский. Вот, вводим, который мы задавали раньше, это от 1 до 9. Нажимаем ОК. Вот, теперь он просит задать пароль для PHP MyAdmin, для входа в PHP MyAdmin. Ну, давайте такой же его установим. Подтвердим. Все, продолжается установочка. Так, все, у нас установка закончилась. Значит, что мы теперь делаем? Заходим в etc apache config, зашли. Значит, переходим в самый конец. Вот, в самом конце пишем include etc php my admin apache.conf. Это мы перенаправляем настройки, что настройки php myadmin будут храниться в директории etc php myadmin apache.conf. Договорился уже. Сохраняем. Вот. Теперь перезапустим наш Apache. Так, все, Apache перезагрузился, все нормально. Так, теперь давайте проверим. Сам Apache у нас работает. Добавим сюда слэш php php myadmin. Вот, и заходим в php myadmin. Логин у нас будет php myadmin. Пароль 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все, зашли. Теперь у нас PHP MyAdmin работает. Мы тут можем редактировать базы данных как угодно. Создавать новые, редактировать старые, создавать базы данных, создавать SQL запросы. Все будет замечательно через WebMordu работать. Так, ну что ж. На этом настройка веб-сервера закончена. Теперь можно в каталог var www кидать всякие сайтики, странички. И все у вас будет замечательно открываться. Вот, и все будет работать. Значит, для чего я это решил показать именно с PHP MyAdmin? Вот, для того, чтобы в следующем видео, которое я хотел снять, я его хотел подключить к Raspberry Pi датчик движения. Вот. Подключить его, и чтобы логи у нас велись, когда кто-то прошел в PHP скрипте, и на WebMord все это отображалось. Вот, так что оставайтесь с нами. Дальше следующее видео выложу в скором времени, постараюсь. Ну что ж, кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Вот, всем удачи, добра, позитива. Пока-пока.